А вот по случаю этого шоу включился фонтан, обращаю вас внимание. Ура, товарищи, ура! Так, а что это вот? Да, убираем все лишние запчасти убираем. Ребята, фотографы, будьте осторожны, парни там горячие будут ехать. Они... Так, я думаю, Ярослав даст команду. Ну, что, ребятки, вы готовы? На счет раз, два, три мы газуем. Раз, два, три. Поддержим их! Я честно не умею так делать вот это. А вы, девчонки, смотрите, они не только на байках такое вытворяют, они еще там умеют. И не только, как говорится. Мне кажется, им вообще два колеса на велосипеде много. По-моему, было бы вполне достаточно одного. Вполне, вполне им хватит одного колеса. Да-да-да. Байки их тяжеленные, мощные. Они рубят в горах даунхилл, прыгают дропы по 15 метров и не стесняются. Достойно, достойно уважения. Ребята, не знаю, страха. Была бы война, они бы, наверное, с велосипедами довели бы врага своего. Так еще парочку минут остается. Если кому-то не лень еще аплодисментами своими поддержать их, давайте поддержим. Они молодцы, стараются, крутят, прыгают. Клопочки, на-на! Вот так вот. Большое, большое им спасибо. Парни, едьте сюда. Давайте, герои наши. Поблагодарим наших. Да, подходите к нам. Хочу обратить внимание, что... Парни, поднимайтесь, все, кто участвовал. Влад, давай, не стесняйся, ты тоже участвовал. Подъезжай сюда, поднимайтесь. Это наша сборная по даунхиллу. По чем мы там занимались, я не силен во всех этих терминах. Вот Сережа расскажет, а вот он уже нашел себе воды. Хочу вам представить Сергея, вот, это он, Дабом. Он не только делает деньги и продает велосипеды, да, он и катается, но еще и замечательно на них катается, поэтому за любыми советами. Я думаю, ребята заслужили фирменные чашки от магазина Bike Garage, они их получают. Заслуженно за представленное шоу. Вот. Молодцы, они. Фотографируем их. Аплодисменты. Так.
вода, можно пить. Так, а сейчас у нас детских рисунков будет. Мне нужны помощники. Помощники будут выполнять роль подставки. Кому не сложно, подойдите, пожалуйста, вы и поможете нам подержать рисуночки просто. Вот. Беги, моя красивая. Вот Ярик будет раздавать рисунок. Ирочка, иди тоже поможешь нам. Вот, наверное, вот так вставайте. А вы, товарищи, готовьте свои кошельки. Потому что сейчас у нас будет аукцион на тему детских рисунков. Давайте вот ближе к краешку. Да, вот сейчас все пройдут по кругу. Наши молодые и красивые девушки пройдут. Тоже проходи, покажи товарищам. Первый рисунок — это Васильев Дима. 8 лет. Если кому-то понравился рисунок и он хочет выиграть его в аукционе, запоминаем имя, фамилию и возраст. Данные финансы перейдут на постройку велопрограмма. Второй рисунок — это Катя, 9 лет. Привет. Третий. Вот. А эти все рисунки вот проводила Аня, она там так улыбается стеснительно. Иди сюда. Третий иди рисунок. Сюда. Иди сюда. Ну, она стесняется. Лапшинова Валерия, 9 лет. Следующий рисунок. Деревенко Артем, 4 года. Следующая — Николь Бабенко, 6 лет. И Вика, просто Вика, 7 лет. Молодцы, детишки наши. Очень красивые рисуночки. Саша, 6 лет. Это не я, да? Это не ты. Тебе, по-моему, 5 еще. Не выиграл ли, да, в принципе. И у меня Максим, 3 года. Так, так, так. А мы не расходимся. Еще море конкурсов, море призов. Конкурсы для девочек. Конкурсы для мальчиков. Вот, а мне интересно, вот кто из нас самый старший участник? Есть у нас велодедушки. С седой бородой. Ну давайте, без бороды. Кто самый старший участник? Приз, есть приз у нас. Как говорится, чудак, которому было 55. Глубоко уважаемый человек, которому было 55 лет на регистрации. Вы здесь есть? Было больше, по-моему. Ну давайте, кто самый старший, не стесняйтесь. Наш приз — достойная кружка Bike Garage. Если не будет самого старшего, я прям не знаю. Ну, не стесняйтесь своего возраста. Слава! Ух ты, ты шо, напугал меня. Сколько тебе? 43. Я думал, мне 35 силы дать. Ну что, есть? Кто еще? Вот у нас... Славик без шансов. Вот у нас. А ну-ка, представьтесь нам. Виктор. Виктор, 52 года. Вы на велосипеде приехали? А покажите всем свой велосипед. Молодец, мужчина. Честно, я немножко завидую. Хочу, чтобы тоже мои родители катались. Он заслуживает. Еще раз представьтесь, пожалуйста, вам микрофон, чтобы вас все услышали и вас все знали. Виктор, 52 года. 52 года, Виктор. Я дедушка вместе со своим... Дедушка с бабушкой. Вот наша бабушка. Я бы не сказал, честно. Молодцы, держите кружку от магазина Bike Garage. А теперь я приглашаю всех наших юных художников. Да, я вот сюда к нам. Мы так, жюри посоветовалось и решило, что все художники были достойны. Вы тоже так считаете?
что каждого нужно наградить призом. Я не слышу, так или не так? Ого! Молодцы наши художники. Берите каждый свой рисунок. Берите каждый свой рисунок. И чем же мы наградим каждого художника? О, эта девочка даже в фирменной джерси. Ух, красавица. Вставайте вот так. Вставайте вот так в рядочек. Я думаю, что просто это невозможно выяснить, чей рисунок лучше. Ребятки, вставайте вот так в рядочек туда, чтобы вас все видели.